Я просто так спел эту песню, потому что в один из концертов в Перхопском, ну, в самом начале вы наверняка знаете эту историю, когда я пел эту песню, уже не было Михаила Сергеевича, моего большого друга, замечательного человека, и в небе появился орел. Вот хотите верьте, хотите верьте. Но было такое ощущение, что это он прилетел, покружил и улетел к себе туда.